Здравствуйте! Сегодня мы с вами свяжем вот такой рисунок. Он называется фейерверк. А вообще этот рисунок один из разновидностей павлиньего хвоста или павлиное перо. В связи с тем, что у меня телефон не хочет снимать длинные видео, отказывается, нагревается и перестает снимать вообще, я набрала один рапорт. Схема этого рисунка достаточно простая. Она состоит из лицевых петель, изнаночных петель, накиды и 4 петли вместе. С этой стороны 4 петли мы провяжем с наклоном вправо, с этой стороны 4 петли провяжем с наклоном влево. Раппорт составляет 15 петель, я набрала 17, добавила по одной петли кромочных. Повторяется ряд с первого, раппорт с первого ряда, и он повторяется буквально через ряд. Вот первый ряд, пятый, девятый, идут вот эти вот накиды и 4 петли вместе. Давайте мы с вами провяжем. Кромочная, одна изнаночная. 4 петли мы провяжем вместе с наклоном вправо. Накид. Их у нас должно получиться 6. Считаем. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, 4 лицевая, 5 лицевая, 6. Считаем накиды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. После шестого накида провязываем 4 петли вместе с наклоном влево. Сверху зацепляем ниточку и провязываем. Изнаночная петля и кромочная. В изнаночном ряду мы провязываем все петли по рисунку, накиды провязываем изнаночной петлей. Третий ряд мы провязываем просто лицевые петли. Не забываем, что после кромочной у нас идет одна изнаночная, остальные провязываем все лицевые. И в конце также у нас перед кромочной одна изнаночная. Вот одна изнаночная последняя и кромочная. В изнаночном ряду мы также провязываем все петли по рисунку. Следующий пятый ряд мы провязываем так же, как и первый. Кромочная, одна изнаночная. 4 петли вместе мы провязываем с наклоном вправо, то есть захватываем ниточку снизу. Делаем 6 накидов. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, 4 лицевая, 5 лицевая, 6. Следующие 4 петли также мы провязываем вместе, но с наклоном влево. Изнаночная и кромочная. Вот и весь рисунок. Повторяется он через ряд. Изнаночный ряд мы провязываем по рисунку, лицевые провязываем лицевой, изнаночной изнаночной, накиды провязываем изнаночной петлей.
Седьмой ряд мы провязываем так же, как третий. Все петли лицевые. Вот такой рисунок. Спасибо, что вы были со мной. Удачи и до следующих видео.